Вода с добавками против лишних килограмм. Вода с медом. Растворите чайную ложку чистого натурального меда в стакане прохладной воды и выпейте натощак. Регулярное употребление такого напитка по утрам избавит от чувства голода, но при этом обогатит организм питательными веществами и наполнит энергией. Вода с уксусом. Разведите одну чайную ложку яблочного уксуса в стакане холодной воды и выпейте утром натощак. Кислота активно сжигает калории и надолго отбивает чувство аппетита. Кроме того, вода с уксусом стимулирует работу кишечника и очищает организм от шлаков. Пить ее необходимо через трубочку, чтобы не повредить эмаль зубов. Вода с уксусом не рекомендуется тем, у кого повышенная кислотность. Противопоказана в случае проблем с пищеварительной системой. Вода с лимоном. Смешайте сок половины лимона со стаканом теплой воды. Можно добавить чайную ложку меда. Пейте эту смесь перед сном или за 30 минут до завтрака. Можно перемолоть полностью весь лимон с кожурой. И эту кашицу добавлять в воду в течение дня. Такой напиток хорошо чистит организм и способствует детоксикации. Вода с корицей. Заварите одну чайную ложку корицы порошка кипятком. Дайте настояться около 6 часов и процедите. Употребляйте воду с корицей утром и вечером по полстакана. Прекрасно очищает организм, избавляет от различных паразитов в кишечнике и борется с накоплением жировых отложений, расщепляя их. А вода с корицей и медом – это не только очень полезный напиток для похудения, но и вкусный. Мед в этом случае добавляется непосредственно перед употреблением напитка. Вода с мятой. В кипящую воду положите веточку мяты и снимите с огня. Дайте напитку настояться 15 минут. Это легкий и ароматный напиток успокоит нервную систему, напряжение которой нередко провоцирует пробуждение аппетита, улучшит пищеварение и нейтрализует токсины. Вода с имбирем. Имбирь. Залить 200 мл холодной воды, поставить на водяную баню и нагреть до кипения. Затем прогревать на среднем огне в течение 15-20 минут. Снять с водяной бани и оставить под крышкой до полного остывания, чтобы отвар хорошо настоялся. Готовые средства можно хранить в холодильнике, плотно закрыв крышкой. Перед употреблением отвар нужно нагревать до комнатной температуры или чуть выше. Имбирный отвар можно добавлять в травяные чаи. Понравилось видео? Ставь лайк, обязательно подпишись на обучающий контент. До новых встреч, друзья!